Депутаты Госсобрания не поддержали законопроект о штрафах за ошибки в коммунальных квитанциях. Участники профильного комитета предложили доработать проект закона и представить его на следующем заседании. На сегодняшний день за необоснованное увеличение платы за услуги ЖКХ предусмотрен штраф в 50% от суммы переплаты. При этом возвращают средства только тем, кто обратился с заявлением. Депутаты КПРФ предлагают возмещать переплату всем, кто пострадал от ошибок в начислениях, а также освободить от ответственности лиц, которые самостоятельно произвели перерасчет до составления предписания или акта. Отмечу, поводом для законодательной инициативы стали события прошлой зимы, когда повышение оплаты за отопление привело к недовольству жителей. Хотели ввести рычаги давления на те предприятия, которые недобросовестно выполняют свои обязанности. Защитить население, защитить стабильность политическую, да, чтобы люди не выходили на улицы, не требовали, что их обманули. По данным Башстата, за 9 месяцев года жители республики заплатили за коммунальные услуги на 3,5 миллиарда больше, чем в прошлом году. При этом увеличение объема услуг спровоцировали рост в 614 миллионов рублей, повышение тарифов на 1 миллиард 400 миллионов рублей. 44% увеличение стоимости услуг произошло по необъяснимым причинам. По мнению инициаторов, оставшиеся 1,5 миллиарда рублей – это возможный обсчет населения.